Народный артист России Владимир Кузьмин выступил перед катлашанами, исполнив свои лучшие лирические композиции и рок-н-ролльные хиты «Эй, красотка», «Симона», «Сибирские морозы». Зрители дружно подпевали и громко аплодировали певцу. Также артист удивил зрителей умением играть на музыкальных инструментах, продемонстрировав не только виртуозное владение гитарой, но и скрипкой, а также игрой на ударной установке.